Мы, несмотря на санкции, приняли решение о продлении работы с МКС до 2024 года, хотя были такие разговоры о том, что прекратить эти работы 2020 годом. Россия по-прежнему обеспечивает доставку американских астронавтов и других астронавтов до МКС нашими средствами выведения, хотя были разговоры о том, чтобы предложить им использовать батут вместо космических кораблей, чтобы добираться до МКС.